это имя выступает числом созидания, как начало всех начал. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером: самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей, открыто высказывать свое мнение, не опасаясь реакции окружающих. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Присутствие буквы «О» в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желании как можно полнее использовать свои способности и возможности. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Имеет глубокие чувства, проявляет умение обращаться с деньгами. Экстравагантность и отсутствие внимания к общественному мнению может ударить по репутации в будущем. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Значение буквы «Т» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы, в любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.